Да, в отношении прокурорских проверок существует некое заблуждение у медицинских организаций. Так, медицинские организации полагают, что, грубо говоря, прокуратура при проведении проверки может зайти в медицинскую организацию, да, вышибить ногой дверь и потребовать представления каких-то документов, осмотра помещений и так далее. На самом деле это не так. У нас в законе о прокуратуре звучит такая фраза: «Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещении организации и иметь доступ к документам и к материалам». Буквально, значит, медицинские организации воспринимают это достаточно буквально и полагают, что... Вернитесь к предыдущему, там фотографировали. Пожалуйста. Вот, значит, на самом деле это не так. Значит, для проведения прокурорской проверки есть основания. То есть основания это либо обращение граждан, можно посмотреть на этом слайде. Также достаточно часто информацию о правонарушениях представители прокуратуры в том числе черпают из СМИ, да, когда в телевидении какие-то размещаются репортажи и так далее о нарушениях прав пациентов. Они также имеют право выходить с проверками. Значит, для проведения проверки необходимо решение о проведении проверки. Оно выносится прокурором. Значит, в решении должны быть указаны лица, которые привлекаются к проведению проверки. Все вы, наверное, знаете, что прокуратура в зависимости от тематики проверки может привлекать, например, Росздравнадзор, Роспотребнадзор. Это может быть несколько должностных лиц различных органов, которые уполномочены на осуществление того или иного контроля. Они привлекаются с той целью для того, чтобы давать свои экспертные заключения относительно правонарушений, которые могут быть выявлены в деятельности организации. Значит, в решении должны в обязательном порядке указываться цели, предмет проверки и привлеченные лица, а также сроки проведения проверки. Значит, предмет проверки. При проведении проверки прокуратура не должна выходить за пределы его предмета. Но если в ходе проверки прокуратура начинает подозревать о том, что допускаются какие-то еще нарушения, которые не входят в этот предмет, предмет может быть тогда расширен. Предмет проведения проверки. Опять же, об этом выносится мотивированное решение, и решение в обязательном порядке доводится до сведения руководителя медицинской организации. Значит, судебная практика у нас идет по такому пути, и если решение о проведении проверки не доведено до руководителя организации, то это является основанием для признания в последующем незаконном привлечении медицинской организации к административной ответственности. Значит, полномочия прокурора, действительно, он обладает широкими полномочиями, он может Вы не беспрепятственно перечисляйте, слайд же все видят. Посмотрите, пожалуйста, входить. да, учитывая то, что времени мало. Много, но не так много, как хотелось бы представителям прокуратуры очень часто. Да. Значит, результат прокурорской проверки. В обязательном порядке результаты прокурорской проверки оформляются в виде акта, если не было выявлено никаких нарушений. Как правило, тогда, когда в ходе проверки не выявляется никаких правонарушений, прокуратура обычно, таким вот словом скажу, сливается, да? То есть она не выдает медицинским организациям никаких документов. И медицинская организация говорит прибывает... спасибо обычно, да. А? Говорит спасибо за внимание. Да, в неком неведении относительно того, что с ними дальше, да, то есть какова их судьба, выявили какие-то нарушения или нет. На самом деле должен выдаваться акт, он должен направляться в адрес медицинской организации. Если медицинская организация не получила его по результатам проверки, то может обратиться в органы прокуратуры, и копия будет выдана
значит, представителю юридического лица. Если выявлен факт нарушения законодательства, в зависимости от выявленного нарушения прокуратура может, во-первых, вынести постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Рассмотрение этого дела передается в орган, который осуществляет контроль, да, по тому или иному направлению, которое выявлено правонарушение. И также имеет право в том случае, если прокуратура полагает, что имеются какие-либо признаки совершенного преступления, то она имеет право передать материалы проверки в следственные органы для проведения уже следственной проверки и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. И также прокуратура выносит представление об устранении нарушения закона. Но все вы, наверное, с ними раньше сталкивались и знаете, каким образом с ними действовать, что необходимо на них реагировать. Я еще скажу, что у нас была практика, мы пытались обжаловать представление прокуратуры, однако судебная практика идет по тому пути, что суд полагает, что представление, оно не носит какого-либо императивного характера, и оно лишь дает направление организации, чтобы та провела то или иное расследование, да, и предприняла какие-то меры для устранения нарушений. Но само представление, да, прокурора не является исполнение требований, изложенных в нем, является необязательным. То есть если вы установили, что, например, по результатам проверки проведенной, что в представлении содержатся какие-то требования, которые нарушают права организации, которые организация, например, не должна исполнять то или иное законодательство, вы можете об этом ответить прямо в уведомлении прокуратуры о рассмотрении проверки. Ну, про административные проверки я, наверное, не буду подробно останавливаться. Остановлюсь. Вы по слайды верните просто коротко, потому что там действительно мега много слова. Плановые, там сначала были плановые, значит, тут все ясно. Проверки бывают плановые и внеплановые. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок всем известны. Да, плановые проверки – это тогда, когда медицинская организация включена в план ежегодных проверок. Внеплановые проверки проводятся в том числе по истечении срока выданного ранее предписания при возникновении, в случае получения информации о возникновении угрозы жизни, здоровью, прав потребителей, нарушения прав потребителей и так далее. Значит, об уведомлениях о проведении проверки вы, наверное, все тоже осведомлены, что о проведении, что внеплановой, что плановой проверки должны медицинские организации уведомляться в определенные сроки. Исключением составляет это сведения о фактах, когда либо идет возникновение угрозы, либо уже причинение вреда жизни и здоровью граждан или нарушение прав потребителей. Это я пропущу. Самое главное – это акт проверки. То есть по результатам проверки формируется итоговый документ, в котором содержатся все выявленные в ходе такой проверки правонарушения. Как правило, акт вручается представителю медицинской организации без приложений, которые в соответствии с действующим законодательством должны в обязательном порядке выдаваться медицинской организации. Как-то проверки должны прилагаться вот документы, которые здесь указаны, да, протоколы забора проб и так далее. В том случае, если медицинской организации выдан акт без этих приложений, и если медицинская организация при получении этого акта укажет об этом, там у нас форма акта предусматривает место для замечаний. Если об этом медицинская организация укажет в замечаниях, то это будет являться основанием для признания проверки незаконной и признания результатов незаконными такой проверки. И в заключение, наверное, своего выступления мне бы хотелось сказать, что не бойтесь обжаловать результаты проверок, поскольку результаты проверок потом в последующем истребуются и
с судами, в том случае, когда споры вытекают из вот, административного регулирования и перетекают в гражданские, да, споры по искам потребителей и по искам пациентам. Поэтому не бойтесь обжаловать. Бывает очень жалко, когда медицинские организации действительно не обжалуют при очевидных основаниях к этому, даже не только в формальных каких-то нарушениях, в то время как административное судопроизводство действительно очень зарегулировано с точки зрения формы, и нарушение процедуры привлечения к административной ответственности является основанием для освобождения привлекаемого лица к этой ответственности. Бывает очень жаль, когда медицинские организации, стараясь не ссориться с административными органами, полагая, что меньшей кровью они обойдутся, если, допустим, штраф будет взят с должностного лица, или медицинская организация ограничится предупреждением, например, да, то есть какие-то совсем такие простые лайт-формы, тем не менее, через какое-то время на территории каждого субъекта, как правило, год-два, цементируется определенная практика, которую начинают применять те самые административные органы, которые, и эта практика становится рутинной, нормальной и обязательной, несмотря на ее, иногда, в общем-то, такую придурковатость, извините за выражение. И дальше уже они все больше и больше уверены в том, что эта практика верная, что их толкование верное, что медицинская организация обязана поступать тем или иным образом или не поступать определенным образом. Поэтому мы как раз говорим даже не столько вот обжалуйте, да, призываем не для того, чтобы вот не догоним, хоть погреемся, да, то есть вот просто обжаловать как самоцель, ничего подобного, для того, чтобы, во-первых, административные органы видели, что они не всесильны, как они себя ведут, я думаю, что вы сами знаете это лучше нас иной раз, особенно в ходе проведения проверки, я уж не говорю про всякий там предлицензионный контроль, значит, такая барская тональность коммуникации с медицинскими организациями, совершенно по-другому не назовешь. Вот. И с одной стороны, а с другой стороны, чтобы они знали силу медицинской организации, и все-таки в массе своей и Росздрав, и Роспотреб, в первую очередь мы, конечно, имеем в виду их, не обладают юридическими познаниями вообще. Просто уровень правовой там такой дремучий очень часто, что я уж не говорю там про процедуры, по существу в том числе, потому что Роспотреб, несмотря на то, что ему передали функции контроля за защитой прав потребителей, на мой взгляд, во многом как был санэпидрежим, так во многом и остался, потому что людей не прибавилось, а правовые, так сказать, правовую квалификацию действиям они дают направо-налево. Поэтому обжаловать нужно с этой целью, чтобы не формировалась неблагоприятная практика, в которую вы потом сами же и попадетесь. Ну, все, спасибо большое.